Главы отчитались перед депутатами. Результаты своей работы за прошлый год на заседании Думы подвели сразу два градоначальника – мэр Вячеслав Сверчков и глава администрации Александр Кузьмичев. Рассказали о проблемах, которые плавно перетекли на год нынешний, и достижениях года прошедшего. Важный момент – это завершение строительства улицы, открытие движения по Кухонскому шоссе, завершение реконструкции. В 2013 году мы это сделали. Сделали улицу генерала Хлебникова. Это тоже очень важный такой инфраструктурный проект, который был реализован в 2013 году. Ну и рекордное количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, которое было создано в 2014 году. Руководители фракции дали удовлетворительную оценку работе обоих выступающих. Больше остальных критиковали коммунисты, но даже им не удалось парировать замечанию депутата Ольги Белолаповой, которая выступила в защиту градоначальников. Бюджет города, мягко говоря, невелик, и Дума, и мэрия работают с тем, что есть. Недовольство отдельных групп населения работой чиновников при дефиците средств просто неизбежно. Хотя критика высказана сегодня была, потому что мы понимаем, что сегодня вопросов много и по транспорту нам задают, конечно, и по точечным застройкам. И мы сегодня понимаем, что если мы совместно с администрацией системно эту работу делать не будем, то этих вопросов будет только больше. Чтобы вопросов у горожан стало чуть меньше, Александр Кузьмичев предложил создать городской инвестсовет. Такой орган успешно работает при региональном правительстве. Инвестор приходит к чиновникам и депутатам и рассказывает, что и зачем собирается строить. В последние годы тема застройки областного центра у граждан в числе самых актуальных. И администрация, которая выдает разрешение на строительство, оказывается нередко между двух огней. Мы сегодня с вами говорим о том, что в инвестицию города привлечено более 11 миллиардов рублей. Они откуда? С неба валятся? Это же наша совместная работа. Значит, когда, значит, кому-то очень не нравится вот торговый центр. Мне тоже не нравится, я сам туда не хожу. Но с другой стороны, там рабочие места, они что, пустые стоят? То есть, ну, наверное, это надо тоже, потому что это сегодня востребовано. Когда инвестор приходит и что-то строит, это же он строит не просто так, свои деньги закапывает. Идея с городским инвестсоветом понравилась и мэру. Он дал поручение эту тему в ближайшее время проработать. Он, понятно, что будет носить такой рекомендательный характер, но я думаю, в целом предложение хорошее и правильное. Чтобы у нас не было каких-то закулисных, как иногда говорят, принятия решений, да, обсудили все там большие какие-то территории, участки, будет приходить инвестор, предлагать, что будет на этом участке делаться, для чего будут приглашаться жители, а потом на основании вот этого решения уже глава администрации, как руководитель исполнительного органа, будет принимать решение. Александр Кузьмичев охотно готов разделить свою ответственность относительно решений, где и что строить. Возможно, в этом и поможет инвестсовет. Раньше шишки за строительство в неугодном горожанам месте летели еще и в зам Александра Матвеева. Сейчас он задержан по подозрению в получении взятки и от гнева ивановцев освобожден. Его бывшая должность в мэрии пока вакантна. Сейчас исполняет обязанности Слезнева Анна Владимировна, начальник управления архитектуры и градостроительства. А сейчас мы рассматриваем разные варианты, то есть, так сказать, в том числе консультируясь с депутатами городской думы. Фамилию кандидатур на должность будущего первого зама Александр Кузьмичев пока не называет. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.